такие дырки оставили. Руки засовывали. Да, хорошо, куда быстро можно вещи достать. Умудрялись сюда какие-то крюки придумывали там, знаешь. И самая фантастическая история была гениальная про то, как Озерский, он же толстый у нас такой, Дим Козинский. Который пишет. Да, из текста пишет. Он здоровый, толстый человек, конечно. И он, у него, естественно, вся была проблема с джинсами. Потому что такие джинсы в России было. И он, значит, в Германии, значит, в какой-то момент, значит, и он уже джинсы там, ну, в ресторане такого непомощительного носил. Затюкал и стыкал, застукал, плакал и стыкал. И стыкал, плакал, плакал. Для своей чередой
апрель, сентябрь и грянь, небо заткали дожди, и все вернулись домой. Русский коктейль. Как это называлось? Мыться. Он спрашивает, а что вы делаете? А мы всех около большие пасти опускаем, бьем ногами в живот, насилуем. На это крокодил говорит, а, ну хорошо. Невозможно перенесу планету. А, я, если уже по поводу умения грузинов рассказывать анекдоты, это у меня была подружка в Гамбурге, пианистка Тика, она Он знает, как вообще достать этот телефон. Мы с тобой, где стоит пиво. Пиво важнее все-таки. Вот. А то вдруг она спросит.